Продолжается трансляция с веры Варшавского вокзала. Мы сейчас приближаемся к месту, где уже выкручиваны непосредственно рельсы. Рабочие куда-то все сбежали. Тут было человек, наверное, 15 рабочих в оранжевых жилетках, таких путейской одежде, оранжевые жилеточки. Инструмент попросту наваляется, резаки, газовые баллоны и прочие шланги. Но вот самих рабочих чего-то нет. Видно, они что-то испугались и сбежали. Вот, приближаемся к месту, где уже вырваны, начат демонтаж именно рельсов. Здесь вот прямо рядом находится паровозный музей. Сейчас я тоже это все покажу. Вот. Ну, а рельсы, понятное дело, это уже серьезно, да? Рельсы это не просто какое-то там электрическое оборудование, не стрелки, не светофоры. Вот, видите, да? Рельсы, и рельсы заканчиваются. Рельсы демонтируются. Вот. Вот такая вот здесь ситуация. В том числе и просто, конечно, демонтируют сразу же всякие электрические штучки. Что демонтаж начался в таком самом историческом узле, потому что здесь вокруг как раз вот сконцентрированы самые такие исторические здания или объекты. Сейчас я покажу, вот как дальше, чем ближе к вокзалу идут. Говорят, что музей будет тоже вся территория у нас отсюда берут вроде как балдейский. Значит, здесь не только в одном месте выкорчеваны рельсы. Вот оно одно место, да? Одно место. А вот рядом есть второе место. Еще больше кусок вытерли. А вот там появились рабочие. Там появились, кстати, буки охранников. Раньше здесь на этой территории никаких охранников не было. Были такие будочки утепленные. Вероятно, будет охрана и будет, соответственно, увеличение возможности сюда попасть.
рабочих. Но посмотрим результаты их деятельности. Потому что по всей дороге все это вызерно. Условно. Загружают те телеги, которые загрузили срезанное оборудование. Ну, попутно здесь видно, да, все это скрыто. Железной дороги это не где-то там локально, да, там местечки, а это полный идет такой демонтаж. Полный демонтаж. А вот, значит, это происходит вот в этом историческом месте. Значит, напоминаю, что здесь идет ликвидация веера Варшавского вокзала. Скорее всего, будут сняты и ликвидированы все рельсы. Все оборудование, и есть риск, что пострадает то, что исторические здания, которые здесь вокруг просто очень много. Исторические здания, исторические объекты, какое-то историческое оборудование. Вот здесь, видите, есть сторожка охранников. Это новое, ее тут нет, вот совсем недавно. В общем, такая получается здесь ситуация. На вере Варшавского вокзала идет полным ходом демонтаж всего оборудования и рельсов и прочего для освобождения территории под коммерческую застройку. Thank you.
И вокруг здесь вид. Ну что ж, этом трансляции будем заканчивать. Вокзал, до свидания, всего доброго. Вот, значит, здесь вот находится Ташкентский путепровод с той стороны. А вот здесь вот находится ТПО историческое. А там дальше находится Варшавский вокзал, паровозный, музей и прочее. Скоро всего этого здесь уже не будет. Эта трансляция заканчивается. До свидания, всего доброго. Смотрите все части трансляции. Вы увидите подробно, что здесь происходит.